Друзья, всем привет! Меня зовут Константин, и вы на канале Инвестиции. Большое спасибо, что смотрите меня, комментируете и ставите лайки. На данный момент бумажная стоимость моего портфеля составляет 1 977 000 рублей и состоит из брокерского счета, индивидуального инвестиционного счета и фондового счета. Подробнее вы можете ознакомиться по ссылке в описании или по подсказке справа вверху. Ну а сегодня мы поговорим о ключевой ставке Центрального банка, а именно о ее повышении, о американском долларе и вообще о перспективах на будущее. Поехали! Сегодня Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов, и она составила 7,5% годовых. Банк был вынужден повысить эту ставку, так как идет неимоверный рост инфляции. Я думаю, вы уже заметили по стоимости продуктов в магазине. Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке ожидается 17 декабря 2021 года. Также стоимость доллара в рублях сегодня пробивала отметку в 70 рублей за 1 доллар. Сейчас торгуется примерно чуть выше 70. Повышение ключевой ставки Центрального банка до 7,5% годовых также говорит о том, что облигации с фиксированным купоном будут падать в цене, так как коммерческие банки также будут повышать ключевую ставку по депозитам. А это значит, что облигации с фиксированным купоном будут снижаться в цене, что мы и наблюдаем. Допустим, возьмем пример облигации «Самолет выпуск 9». За полгода снизилась цена облигации почти на 2%. Номинал облигации 1000 рублей. Как мы видим, купон фиксированный. Размер купона 45 рублей 13 копеек. Вот график выплаты купонов можно наблюдать. Получается так, что новые облигационные выпуски уже будут выходить с повышенным купоном, и инвесторы будут перекладываться в более свежие выпуски облигаций, распродавая старые. Можно посмотреть, что я даже на ИС покупал 5 этих облигаций, вот можно посмотреть по номиналу по 1000 рублей. Это я участвовал в первичном размещении облигаций. А также вот, к примеру, это было 18 февраля. А 22 я решил продать их, так как видел, что идет повышение ключевой ставки за цену выше номинала. При этом получив накопленный купонный доход и стоимость еще выше номинала. Так, вот даже, если нажмем за год, вот, когда были куплены, точка отмечается на графике, и когда были проданы мною бумаги. Вот они даже доходили до 1015 рублей. Также посмотрим график от компании Тинькофф на индекс Мосбиржи. Можно посмотреть любой, и на ВТБ, и на Сбер. Для наглядности я открою за неделю. Вот, буквально вчера я приобрел на ИИС 200 бумаг. По 7,4 за пай, вот небольшую сумму, так как видел, что есть коррекция. У меня было 1500 рублей, решил проинвестировать, на ИС приобрел. Вот спускаемся чуть ниже и видим, что на брокерском счету у меня 1300 паев, на ИС 200, который я купил вчера по цене 7,4, и на фондовом счету у меня тоже 100 штук. И прирост на брокерском 13%, ну, 1150 почти рублей на ИС, так как купил вчера чуть менее 5 рублей, и на фондовом 30 рублей, или чуть более 4%. Давайте посмотрим структуру данного фонда на Мосбиржу, и мы видим, что в составе фонда мастодонты, такие как Газпром, Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Норильский никель, Новатек и так далее. То есть решил немного прикупить таким широким фронтом, потому что у меня также закончился тариф трейдер, и не хотелось платить абонентскую плату. А так как я являюсь клиентом Тинькофф, то я покупаю фонды Тинькофф без комиссии. Так же, как у ВТБ, по-моему, есть, если вы являетесь клиентом ВТБ, можно покупать фонды ВТБ без комиссии.
Резюме такое, что ключевая ставка ЦБ равняется 7,5. Это значит, что вклады в банках будут также подниматься, стремиться к этой ключевой ставке. 75 базисных пунктов – это очень большая цифра. Облигации, как вы видели, я показывал на примере самолета, начинают падать, потому что людям проще положить деньги на депозит, чем покупать облигации, да и будут выходить облигации с повышенным купоном, а инвесторы перекладываются в инструменты с более высокой доходностью. Надеюсь, был полезен. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайк, пишите комментарии. Я всем благодарен за то, что вы поддерживаете мой канал. Всем спасибо, всем удачных инвестиций, всем пока!